Всем привет! Это обзор от Калины Красной. Сегодня у нас снова распаковка по ссылке от подписчика. Ваня мне снова прислал фигурки. Он там порылся еще в своем Лего. У него оказались какие-то еще ненужные фигурки Лего, которые он не особо ему нравится. Он увлекается Властелином колец, вселенной ее. Вот. А остальные фигурки ему не нужны, и он решил мне их выслать еще одной посылкой. Но я думаю, я найду ему применение. Вот, также он сказал, что положил туда небольшой сюрприз. Какой сюрприз, я поясню. Он, в общем, меня попросил фигурки некоторые обратно, на что, естественно, я ему их выслал. И сказал, что, типа, взамен этих фигурок он мне положит какой-то сюрприз. И фигурки это были лошади и волки там из «Хоббита». Что ж, давайте мы их вскроем, посмотрим, что туда Ваня положил на этот раз. Вань, тебе привет и большой-большой респект за подгон, какой бы там он ни был. Ну, я примерно знаю, какой он там был, будет, но все равно для меня это большой сюрприз. Итак, ага. Ага, вот что там было. Прикольно, я вижу. Это у нас мини-фигурки 21 серии. Наверное, сейчас сразу их вскроем, посмотрим, кто там. Еще одна. Две мини-фигурки. Так, ну давайте вскроем фигурки с 21 серии. Я попробую сейчас нащупать. Я очень надеюсь, что там вот этот ацтек, не знаю, как правильно сказать. Я очень надеюсь, что это он там. И тут также есть в этой серии кентавр-женщина. Тоже прикольная фигурка. Слушайте, ну честно, даже не знаю, кто. Хотя, может быть, догадываюсь, что это какой-то там... Я не знаю, кто это. Ладно, давайте вскроем сразу прям резко. Так, в общем, это был чувак из космополиции. Вот, у него очень много таких интересных аксессуаров. Ой, все отлавливается. В общем, пушка у него, типа дубинка такая, космическая, щит и наручники, естественно. Кстати, очень интересная фигурка. Вот поближе ее посмотреть. Очень хорошая такая интересная фигурка. И мне нравится, как Лего всегда вот делит свои ноги печать на две половинки. Интересная фигурка, интересная. Так, ну и следующий пакетик. Я, на самом деле, если честно, не очень люблю собирать серии мини-фигурок. Только какие-то определенные, может, фигурки оттуда куплю. И не делаю полностью обзор на весь пак, когда они выходят. Ну, почему-то не особо не нравится. Если какая-то не очень интересная или еще... Я, кстати, не успел пощупать, но вот так вот и при вас. При вас. Слушайте. Мне кажется, мне повезло. И это там тот, о ком я мечтал, говорил чуть ранее. Это прям будет топ. Это будет прям... Да, блин, это круто. Это прям офигенно. Это ацтек. Так, я его соберу прямо при вас, потому что он чуть легче, чем тот чувак из космополиции. Блин, он крутой. Только посмотрите на него. Полностью все принты в круг. Офигеть. Двойное лицо. Я злое поставлю. Не знаю, почему мне больше понравилось. Вот, офигеть просто. Вот эта вот маска. Посмотрите на эту маску. Это прям крутая фигурка. У него очень интересный меч. Тоже такой. Все стилизованное. Вот. И крутой раскрашенный щит. Блин, Вань, я не знаю, ты подбирал или нет, но вот это прям тоже топ. Это прям вообще, я прям доволен, блин, круто. Вообще, реально круто. Ага, да, вот. То, что он как раз и говорил. Это у нас постройка. Я уже говорил, по Железному Человеку там был набор. Катер из той постройки, его можно использовать на интересную деталь, кстати говоря, можно использовать куда-либо. Вот, потом мне очень сильно заинтересовала вот эта штука. Она, конечно, не полная, но ее можно восстановить. Это у нас спидербайк клонов из батлпака с клонами. Очень такая крутая, интересная вещичка. Что там еще у нас? Мотоцикл леговский. У меня уже такой есть. Так, вот тут я не знаю, что он положил. Сейчас я распакую это. Итак, в общем, он завернул в этот пакетик небольшой. Как видите, это у нас Корусант. Это лего-набор был у нас с небольшими такими
звездолетиками, всякими такими самолетиками, и фигурка там была. Это у него, видимо, было по курсанту, насколько я помню. И положил он туда вот такие крутые фигурки по Звездным войнам, что очень символично. Я люблю Звездные войны, и он мне их решил подложить. В общем, это у нас дроид составной из разных деталей. Дроид-убийца типа. Дальше. Тут есть очень интересная фигурка. Ага, это у нас дроид-пилот. Дроид-пилот. Немножко, конечно, все шатается, но видно, что игрушка играли. Игрушка для того, чтобы ей играть. Вот, потом у нас, вот это очень интересно, это у нас, это не Джаджа, это у нас просто рядовой Гунган, из какого набора, я точно не помню. Фокус. В очень хорошем состоянии достаточно. У меня не было еще ни разу Джаджа, у меня нет в коллекции, а тут будет Гунган. Руки у него, конечно, не свои вот эти, но их можно всегда заменить. Так, дальше у нас вот тут... Это я не знаю, кто это, откуда. Наверное, из Сити кто-то. Это прикольная штука, тоже непонятно. В общем, это обычный рабочий в хорошем состоянии. Так, дальше. Еще один дроид с пистолетом. Обычный боевой дроид, типа серии B1. Фокус будет немножко пропадать. Дальше у нас Мандалорец. Очень известный батлпак. Судя по всему, еще у Вани был батлпак. Ой, фокус. Судя по всему, у меня еще был батлпак с арктрупером, у меня он тоже был, у меня есть. Вот. А вот за Мандалорца респект, он в хорошем состоянии, в общем, будет дополнением к моим Мандалорцам. У меня они есть, вот сейчас покажу. Здесь у меня лежит Мандалорец, но не здесь, они у меня там стоят, из другого набора моего. И новый пак с Мандалорцами я еще до сих пор никак не сделаю обзор, хотя я его очень давно купил. Еще один Мандалорец, еще один. Тоже весьма в хорошем состоянии. Чуть потерт, конечно, вот тут тор, этот принтик, но это у них у всех такая проблема, к сожалению. Так, отлично. Дальше. Давайте я высыплю. Тут есть очень интересная фигурка. О, интересная штучка. Это типа как горгулья. Вот, еще один пилот. Такой более дженезианский расцвет. Потом у нас штурмовик. Не до штурмовик, не до это. Вот это, по-моему, из какой-то серии, потому что, типа, вот эти талик небольшой, кругленький, я не знаю. Так, что это, казочка штурмовика. Вот, и еще две такие интересные фигурки. Это у нас ниндзяга, я так понимаю. Оригинальный ниндзяга, да? Да, это оригинальный ниндзяга. Вроде как. Вот за эту фигурку респект, Вань. Извини, что снимаю немножко вправо. Респект, крутая. Типа мне можно что-нибудь с ней такое интересное придумать. Вот откуда вот эти детали? Если вы знаете, пишите в комментариях. Вот это неизвестно, непонятно. Так, еще какие-то кучки деталей интересных. Ну и, конечно, вообще это прям топ. Топище. Это у нас старый клон второй фазы. Руки, опять же, можно заменить. Из батлпака, по-моему, 7256, если не путаю. Или не путаю. В общем, я прикреплю изображение. Вот. Это очень раритетная, крутая фигурка. Вот за это тебе прям, Вань, большой лайк. Ставьте тоже лайк, пишите комментарии, ребят. Это прям топ. Это прям вот тоже будет гордость моей коллекции, потому что, ну, это прям раритетище просто. Так, вот сюда мы его поставим. Что там еще? Еще. Так, ну еще Ваня положил вот такие вот китайские фигурки. Они вот в таких продаются капсулах, в разных таких больших боксах за монеты. Вот, тут пират, тут я не знаю кто. Не пойму, тут тоже пират. Да? Тут тоже пират. И, кстати говоря, тот же самый пират. В общем, два пирата китайских. И вот еще один прям вот за это респект, потому что я не знаю почему. Ко мне у нас из города исчез официальный магазин Олега. Мир кубиков, он исчез. И каталоги я уже давно не собирал, не получал новые каталоги. Но вот за это, Вань, тебе прям реально спасибо. Это новенький, свежий каталог. Январь-май 2021 года. Потому что я собираю каталоги. У меня есть каталоги с 2006 года. Конечно, там кое-какие года пропущены. Но я вот если видел его всегда, я его брал, собирал. Это прям вот лайк, Вань. Это прям спасибо. Единственное, я вижу, тут была прикреплена визиточка. Она вот здесь есть. Коробки, да, скорее всего, так или нет. В общем, немножко он такой это. Ну, вот это прям лайк, спасибо большое. Ну, и за вот эту фигурку, это прям вот, прям это топ.
Вань, большое тебе спасибо еще раз за этот крутой подгон. У меня на этом все, ребят. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, колокольчики. Обязательно пишите комментарии. Прямо обязательно пишите какой-нибудь комментарий, понравилось ли вам такое видео. И, ребят, если у вас есть Лего и оно вам не нужно, пишите, присылайте мне. Мне на этом все. Всем пока.